Метис по кличке Лейла, ей около 3 лет, живет в приюте участия полгода. Мы ее подобрали в прошлом году, в декабре месяце, перед Новым годом, числа 25-го, наверное, на улицу города возле магазина, глубоко беременную. Была метель, и она просила у людей есть. По состоянию здоровья дожидаться родов не стали, срочно прооперировали, после чего стерилизовали. Сейчас она полностью восстановилась и готова пойти в новый дом. Лейла приучена к домашнему содержанию, прекрасно ведет себя на улице, социализирована. Добрая, спокойная собака, готова уйти из приюта к новому любящему владельцу.